Вот, ребят, родились цыплятки, да? Вот, у меня постелена тряпочка. И тут вопрос, где брать опилки для того, чтобы им было комфортно и удобно в коробочке, чтобы они могли и купаться, и рыться, и в опилках им очень-очень хорошо. Сейчас я вам все расскажу, не переключайтесь. Вот и готовая постилка для цыпляток. Значит, поехали дальше, не переключаемся. Двигаемся дальше. Ну вот, ребят, смотрим. Вот вам и постилка для цыпляток, а вот вам готовый табурет для бани. Вот такой трехногий табурет. Оп. Вот так вот. И польза цыпляткам, и польза для бани. Ну, ставьте лайки.